закончился ваш матч с Уотфордом. К сожалению, поражение 7-5. В концовке Уотфорд выровнял победу. Что скажешь по игре своей команды? Ну, что можно сказать? В принципе, играли уже лучше, чем в прошлом матче. В принципе, всю игру вели до счета 5-5. Постоянно в один гол Уотфорд постоянно догонял. Но, на самом деле, справедливость ради стоит сказать то, что Уотфорд сегодня играл получше. Вот, у них и моментов было побольше, чем у нас. В концовочке мы могли, конечно, счет 6-5 сделать, там, возможно, другая игра пошла, но, как говорится, не забиваешь ты, забивают тебя. Вот. Конечно, обидно, да, по такой игре проигрывать, в принципе, конечно, да, более-менее равная. Ну, что, будем стараться дальше, будем играть, никто сдаваться не намерен. Ну, у Фулхэма прогресс налицо, и играете вы намного лучше, ну, чем в да, матче. Мы хотя бы уже по 12 не пускаем, да, это, конечно, это уже плюс. Вот, ну, посмотрим. Следующий матч у нас с Тоттенхэмом, дерби чемпионшипа. Там посмотрим, на что мы способны. Хорошо, удачи вам. Спасибо. Приветствую, закончили матч с Фулхэмом. Поздравляю с победой 7-5. Сложный матч, очень сложный у вас был. Скажи, что по игре? Играли ужасно. Слово даже подобрать не могу. Очень много неточных передач, очень много обрезов было. Поворотом били, единственный плюс, то, что много ударов было. Ребята из Фулхэма практически 80% всех ударов накрывали. То есть вообще ужасно было тяжело играть. Тем более играли без замен. Собралось всего 8 человек, и поэтому было очень сложно. В конце, за 2 минуты или за минуту до конца вышли вперед, а так всю игру приходилось отыгрываться. То есть сложная игра, спасибо сопернику за игру, и 3 очка есть. Спасибо. Спасибо.